На Багамах есть необычный остров, который называют островом свиней или Пик Айленд. И на нем есть пляж Пик Бич или пляж свиней. Это небольшой необитаемый остров протяженностью менее 2 километров с официальным названием Big Major Cay. На нем живет несколько десятков свиней и поросят разных мастей. Туристы приезжают на остров, чтобы посмотреть на эту необычайную экзотику, а также чтобы поплавать вместе со свинками. Свинки совершенно не боятся людей, а также все превосходно плавают. Они любят принимать водные и солнечные процедуры на пляже, расположенном на западе острова. Свиней подкармливают с проплывающих мимо яхт, а если лодка подплывает достаточно близко к берегу, свиньи могут сами запрыгнуть внутрь, выпрашивая еду. На острове есть источники с пресной водой, образующие небольшие озера. Более крупные соседние острова надежно защищают это место от последствий тропических штормов. О происхождении свиней на острове достоверной информации нет. По одной версии, свиньи были когда-то здесь оставлены моряками одного из кораблей, чтобы потом забрать их и съесть. Но моряки так и не вернулись на остров. По другой версии, хрюшки выжили после кораблекрушения и смогли самостоятельно добраться до берега. А также есть версия, что их специально завезли на остров для привлечения туристов. И действительно, этот Багамский остров свиней пользуется большой популярностью. Много туристов его посещают, чтобы сфотографироваться и поплавать со свинками, а также чтобы их покормить. А свинки всегда радостно встречают гостей, не забывая при этом попросить угощения. Они привыкли к тому, что люди приплывают на их остров с добрыми намерениями и даже не представляют, что живут в самом настоящем раю. В специальном раю для свинок.